Бывший депутат Государственной Думы Роман Худяков со ссылкой на осведомленные источники заявил, что Алла Пугачева избавилась от своего замка в подмосковной деревне Грязь. По словам экс-политика, в скором времени Примадонна должна вернуться в Россию и уладить ряд бюрократических вопросов. Отмечается, что артистка не собирается афишировать свой приезд. К слову, новый владелец не собирается жить в замке, он хочет извлекать из него коммерческую выгоду. Худяков не назвал имя покупателя, но уточнил, что сумма сделки упала с 1 миллиарда рублей до 650 миллионов.